два последних игрока остались на джангле. И вот он, собственно, падение спидака. Выход на базу Б. Только пистолеты в этом раунде у белорусов. И с этими пистолетами драконы справляются пока что хорошо. Валипоп наконец-то делает первый минус. Бок забрал мира. Айдис Бэланс врывается на хелпу. Ну а что же дальше? Были только что в начале этого раунда коэффициенты на ваших экранах 1.9. Один против двоих. Ну, по количеству здоровья действительно шансы очень даже неплохие. Коктейль Молотова постарается выкурить на открытые позиции игроков команды Немига. Падает спидак, красный Лолипоп. Ну и кто кого? А где Лолипоп, кстати? Нет инфы. А он в маркете! Как же хорош! Ну это nice try. Ты посмотри, он так ты просочился. Мы смотрели за Виктором, да? Да, это осознанно. То есть тут это не какая-то растерянность, потерянность. У Лолика, смотри, какой фокус, а? Над очень мало у Немиги. Так, первого пропустил, второго не мажет. Спидак также находит минус по чоперу. Как же он карает! Лолик не хочет открываться. Это понятно. Важный минус. Ну, есть информация. Да. По Лолипопу. Будет пушить? Нет. Времени не так уж и много, как надо бомба дергать. Стоит? Ой, а бомба отморозится, да? Просто отморозится. Как же четко играет Лолипоп! Какой царь вообще! Какой-то супер креативный раунд от Немиги. И Немига начинает создавать напряжение! МДС! Белорусского коллектива. Итак, Джио, найдет ли Леню Чопера? Не-не-не, здесь у Лени очень неочевидный угол, но он его находит! Что переворачивает очень, сейчас Немига? Очень неочевидный угол, да? Вообще! Казалось бы, потеряв двоих игроков, ситуация 5-3. Хороший мув со стороны драконов, но спидак забрал Чопера, второго ликвидирует. Ну, ребята, ну вот это вот реально. Инфа для него. Попробовать сейчас в щель. Ить. Красиво, четенько. Обратите внимание, поменяли. Джио Хаешика находит мира. Очень долго спирит выходит. Там молик был, конечно, есть размен. Мэгикс. Боже, как он красиво отыграл. И ковры, он знает, что есть чел ковры. Ну что, попытка поставить бомбу на последнем тайминге. Да. Забирает. Все, говорит, крути ногу, брат! Пошел дальше. Спирит играет очень тихо, вообще нечитаемо. Красный убивает Чопер. Так, погибает Джио. Сейчас будет пикать через зиг. Джио забрал Эдис Бэланса, Валипоп второго хоронит. Вот это героические действия. А, казалось бы, да, неудобный момент. И вроде бы ситуация, ну, не лучшая для Немиги, тем не менее. Что? Разрулили без шансов. Что за раунд? Ну, Мира здесь обязана Немига контролить. Оу, как так? Бокс в линию, хоронит двоих. Ладно, один красный, Чопер в голову. 2-2 ситуация. Спидак МДС против Эдис Бэланса и Мира. А, прикроет ли тиммейт? Да, вот это решение хорошее. Молик под ковры, этого выкуривают, этого не дочекивают, и этот в итоге делает два минуса, однако сгорает. Достаточно много нафейлили. Хаешка! Хаешка хорошая, кстати, но если бы еще взорвал бомбу, это был бы вообще фейспалм. Спокойно. Говорит МДС, я возьму. Нет, не возьмешь. Не возьмешь, братик, в следующий раз. 12-11. Так, парный выпад. Парный выпад. Это не парный выпад. Это не парный выпад. Нет, это не по парный. Флешку. Где флэ... Спидак! Как он не убил? Он там шашлык должен был ставить. Ну, вроде бы да. МДС делает минус. МДС падает. Мэджикс падает. Как да. Разобрался в этой ситуации? Хладнокровно. Мэджикс! Брависсимо. Я требую повтора. Это эйс, друзья. Строго в голову всех наказал в этом выходе на базу Б. Красавчик. Богоподобен. У них есть такая прям... Манечка. Проблемы у Чопера. Ой-ой-ой. МДС работает за плентом. Напомню, что 3 на Б. Спидак также подключается. Перекрыто все! Просто без шансов! В ноль! Просто в ноль! Так. Сейчас бы буст был бы очень уместен. Спидак. Нет, говорит Спидак. Буста не будет, Спидак! А тебе второму в голову! Кто тебе сказал, что только Спидак может спасти ситуацию? Забрали Спидака. 20 секунд это до конца, не они хорошо. Не успеют спинуться на... МДС, позиция на раунд, отвечаю. Это имба. МДСик! Есть первый. Не открывайся, сиди! Леха, да сиди ты до конца! Тонери, тут второй, все нормально. 3 секунды, все, это easy, победа. Изи, изи. Че ты панику разводишь? Я все переживаю хорошо. За момент, я переживаю за игру. Ну что, 45 секунд, выход с ковров. Ой-ой-ой, Валипова прочекали. Айдис Бэланс его что, контролирует. Молик сюда дали. Эх,
четко, ну что? Здесь четко спириты все сделать. Теперь было бы неплохо поставить бомбу. Кстати, не самый... А, нет, все-таки хороший смог на джангл. Но ретейк сделать будет сложно. Там уже продавили тикет-бокс. Делает минус на тикете МДС. Можно забрать еще одного. Конечно. Ниндзя. Ой-ой-ой, 3 в 1, Мэджикс. Он может завести такое, он уже делает 2 минуса. Так. 1-1 против МДС на Мэджикс. Тройное убийство от Мэджикса. Борис Бритва. Надежда на Джио. Ай-яй-яй-яй, все, там Авик. Хаешку Авику, давай сейчас в плент Молик. Так, все четенько пока. Чекаем в упоре, чела. Не чекаем. 17-16. Есть хорошая позиция, спидак, кстати, у Бориса, но он не ждет со спины, у него там чел идет ему в спину. Бокс. Ай-яй-яй. Какой же анлуко здесь, как же? Чели читаются. Он понимает, что вообще должно быть 2 на Б так-то. Да, наверное, понимает, что бенч может быть. Рискует бокс. Да, тут это без шансов. Слишком... Валипа последний, 13% закрывает его мир. 19-16, победа. Спиритов на Мираже отжали карту у Немиги. Вот такой вот смог, который перекрывает вижен. Открывается бокс абсолютно слепой. Падает также лолипоп. Не очень удачное занятие длины, однако залил все-таки спидак. Оружие ты не покупаешь, потому что по-прежнему у тебя маленький лос-бонус. И вот только так агрессивно действуя спидак. Да ладно, уже троих забрал. Подобрал АК-47. Вот. АК-47 хорошо. Просто... Этот... А, здесь два игрока, получают также под себя молотов. Флешка в небеса. Ой, слепые, как же там долго. Мэджикс будет. Сейчас дабл будет. Нет. Спидак с длины подстраховал тиммейта. Бокс также должен был погибать. Бокс продолжает играть с нулем. Ноль фрагов. Нужно сейвить, но это будет очень сложно сделать. 1-4. Спидак здесь не мажет. На, кстати, никого нет. Спидак может пропустить. Но спидак не мажет. Боже, как же он хорош. Как же он хорош, но не в этом случае. Тут уже 5-3 ситуация. Нужно не миги забирать этот раунд. Спирицы решили сыграть быстро. Чек на длине от Бориса. Борька делает 2 минуса в упоре. Уже 3-3 ситуация. Это переворот от Спирит. Важное для команды Немига. Нужно быстро двигаться. Айдис Бэланс в этой ситуации не мажет. Один идет через КТ. Айдис Бэланс забирает еще и бокса. Чоппер. Бомба все еще не стоит. Чоппер слышит коробку. Пропускает двоих. IQ play. Да, без шансов. Ну, это... Так. Заходим на флешечка. Сам Даянг снимает бокса. Лолипоп, кстати, очень опасный у него здесь девайс. Так, ну вот, ну, брат, ну ты же делаешь минус. Ну сыграй умнее, отойди чуть-чуть назад, не оверпикай. Ну что это такое? Так, так. Джио, подожди, один красный, второй дисбалансом. Вот со снайпером будет расправиться крайне сложно. Хаечка, ну не сильно раздымашила, был армор у Джио. Ну и продолжает быть. Нет гранаты, нет диффузов. Так, он что, видит пиксель, что ли? Да, видит. Понимаешь, что второй, скорее всего, на шарте, нужно дергать. Коктейль Молотова, но тут практически без шансов. Надо уходить на сейв. Быстрый проход у нас через лон. Две флешки. Даже ты в камбэк не веришь. В камбэк. Ой-ой-ой-ой-ой! Мэджикс! Вот это опять-таки залетает. Ну, Борис, настоящая бритва. Бокс включается, но слишком поздно. Слишком. 13... матч-поинтов для Spirit на втором дедасте. Худший сценарий для болельщиков, худший сценарий для зрителей, конечно. И абсолютно отсутствие зрелищности в матче Немига очень нетипично. Я даже, понимаешь, команда своими действиями просто... Опять же, да, возьмем и просто озвучим квартет, в котором находится команда Немига. Да, то есть это Virtus.pro, это Na'Vi, это Spirit. И это Немига. Это заслуженное, хорошее, красивое четвертое место. Собственно, с чем мы поздравляем сейчас с проходом дальше? Конечно же, с четвертым местом я поздравляю ребят из команды Немига. А вот Спириты... Показали, кто в доме хозяин, показали хорошую содержательную игру, не без проблем забрали карту The Mirage, и сейчас вообще исключительно чистый, исключительно Counter-Strike, знаешь, к которому вот, ну, у тебя нет вопросов. То есть у тебя просто нет вопросов, потому что все было сделано исключительно. И, наверное, стрельба, все валится с рук, просто валится. Но опять же, да, возьмем и просто озвучим квартет, в котором находится команда Немига. Да, то есть это Virtus.pro, это Na'Vi, это Spirit. И это Немига. Это заслуженное, хорошее, красивое четвертое место. Собственно, с чем мы поздравляем сейчас
с проходом дальше. Конечно же, с четвертым местом я поздравляю ребят из команды Немига. А вот спириты показали, кто в доме хозяин, показали хорошую содержательную игру.